Нет, встречу, конечно, встречу. Матч Суперлиги, извиняюсь. Разморила и меня жара очень жаркая. Помогает Шахбанову Мухтар Шамхала. Мухтар молодец. Растет очень быстро. Вот история по турнирной таблице. Ну и в прошлом туре Беконес, конечно же, очень уверенно разобрался с Даку. Играешь, друзья мои. Потихонечку все-таки приходит, да, к нам лето. Но не такое лето, которое хочется Исубу Малаеву, да. Вот момент, забивать надо, и забивает Сангурбеков. И передачу Камиля Абдуллаева я бы отметил. Да, это Камиль Абдуллаев, друзья мои, не денешенник, очень спокойно, уверенно принимает мяч на голову свою. Абдуллаев, ну, в центре поля поинтереснее, а здесь смотрится. Билалов, разгоняет, вперед. Назан Налбека, обратно, забивать надо, есть гол. Шикарный розыгрыш и Билалов. Сказы кумыкских тренеров. И как Билалов ведет вперед. Передача здесь забивать надо. И есть гол. И это дубль Билала Билалова. Классно все сделал. Передачу на Ибрагима Гунашева отдавал. Да. И еще удар. Подставлена нога в штангу. Добивание. Классно все сейчас делал. Передача. И вперед. И сразу же вперед. Грузия. Да, это Джамалдинов передачу отдавал. Зайналов. Мягко, элегантно очень. И бить надо Сангурбекову. Есть гол Ислама Сангурбекова. 2-2. Лучший бомбардир команда здесь плюс. Его также сегодня нет. Так вот, нет лучшего ассистента и нет лучшего бомбардира сегодня в АЗС. А здесь момент и забивает гол Бекенес. Это никто иной, как Анвар Салаватов. Продаст. Какой отбор от Билалова сейчас. И забивать надо удар. И сейвище Амина Саида. Вот это эпизод. Играет наша команда. АЗС Плюс будет играть со Смартстроем. Да, со Смартстроем, у которого сейчас, конечно же, не в порядке дела. Удар, гол будет, да. Забивает Зайналбек Гаджиев. И... разбег, удар. В стенку попадает. Дальше еще один рикошет. Повторный заброс. И не заходит, здесь заходит. Заходит, забивает гол АЗС Плюс. По-моему, последний мяч коснулся Али Магомед Мусаев. Если я правильно все раз... проигрывали крупно, по-моему, даже с учетом 3-0. Еще момент. Удар, и Саидов вновь вручает. Амин Саидов. Еще один сейф, еще... Саудин Абушев пишет, поменяйте судью. Передача Зайналов, удар на себя. И ворота пустые, гол! Ислам Сангурбеков, хет-трик, друзья, хет-трик. Вот здесь Салаудин Курбанов. Не точно, Салаудин, ошибка. На Сангурбекова будет покер, нет. Ой-ой-ой, Ислам. Классное дерби. Мы с вами получили, друзья мои. За это благодарны обеим командам. Ну и поздравляем с ничейным результатом. Набрали по одному очку. Дальше.